спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В пятницу в Самарской области пасмурно. Повсеместно пройдет дождь, местами сильный. Похолодает. Дневная температура 8-14 тепла, ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Ветер усилится. Северный, северо-восточный. Скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, пройдет дождь, днем плюс 11 градусов, ночью плюс 8, северо-восточный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем плюс 10, ночью плюс 7 градусов, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 8 градусов, ночью плюс 7, ветер северный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.